Привет, друзья! Расскажу я сегодня о том, что происходит с курочкой в магазине после того, как ее целиковую, неразделанную, привезли в магазин. Мясник с нее вырезал филе, крылышки себе, ножки себе, суповой набор сделал. И на выходе у него остается вот такая вот куриная кость. Что она из себя представляет? Вот. Вот была курочка. Вот. И от нее осталась вот такая вот кость. Здесь совсем немножко мяса. Совсем немножко. И, собственно, суп обычный ее, да? Вот. Но я ее использую по прямому назначению. Я ее сейчас еще раз промою. Обсыплю приправами. Таких возьму 3-4 штучки. По весу это будет где-то 300-400 грамм. И запеку в духовке 30 минут или 40-45 минут. Тогда там они вообще разваливаться будут, самое то. Вот. Хотите кушать с пивом, я использую как основную еду. Постольку-поскольку, когда ее ешь, во-первых, ты ее не можешь съесть сразу всю, потому что там кости. А посему трапеза растягивается минут на 15 точно. Ко всему этому делу я еще вот такую вот китайскую капусту беру. И прямо в нее добавляю после того, как уже вынул из духовки. Она, капусточка, смешивается с соком, который получился. И такой очень хороший гарнир получается. Почему как китайскую? Потому что ее удобно резать. Она вот такая длинная была. Вот я ее прям брал, срезал сколько мне надо. Очень удобно. Вот, так что это вот еда для тех, я считаю, кто любит мясо и очень много его может употребить, способен употребить в единицу времени. Поэтому вот такой вот вариант, сложно поедаемый. Он как бы в этом его интерес. Его невозможно быстро съесть, соответственно, и вкус, и вообще супер получается. Значит, вот эту вот часть я сразу убираю, потому что не хочу просто, чтобы она присутствовала в еде. Ну, просто пальцем убираю, и все. Вот, получается, вот эта курочка, на примере одного покажу, все не буду. Сейчас 5:30 утра, проснулся рано, кушать уже хочется. Так я сегодня в первый раз так рано проснулся. Я все-таки себе покормлю, потому что дальше будет беготня и беготня. Чтобы организм меня не придушил в середине дня. Вот. Значит, есть вот у меня кусок. Я прям его обсыпаю приправой. Любой мясной, по сути. Не обязательно для курицы. Вот так прям. Со всех сторон. Это была приправа для свинины. Я ее также использую. В принципе, хорошо получается с любым мясом. Вот. И еще можно карри слегка подсыпать. Вкуса толком не придаст, но будет поинтереснее. Получилось вот так. И я сделаю еще два таких кусочка и положу вместе. Значит, я помыл остальные два кусочка. Тут внезапно обнаружил, что я не купил приправу свежую, поэтому
Буду посыпать просто смесью перцев. К слову сказать, где это все покупается. Вот в нашем магазине мясник, когда разделывает, он выкладывает все это на общий прилавок в холодильник. И пару раз просто заметив, там, взял, попробовал. Потом редко встречал в продаже, ну, видимо, мало просто получается. То есть с одной курочки только вот одна вот такая вот костюшка получается. Вот, и в итоге я просто просил, стал просить оставлять. Для меня, то есть они прям в холодильнике у себя держат и не выкладывают. Вот, и я там гарантированно захожу, забираю, это где-то два раза в неделю они такие делают. Вот, там получается у них где-то килограмм, полтора. Вот, я их сразу все забираю. И остаюсь довольный. Вот, то есть в нашем магазине оно до продажи даже не доходит. Вот. Так все получилось. А теперь понадобится фольга. Вот такая обычная фольга. Закончилось. Фольгу купила, про приправы забыл. Приготовили просто. В это время где-то еще можно духовку включить, чтобы разогревалось. Вот она фольга. И на фольгу укладываю, ну, вот таким вот образом. Поплотнее друг к другу. Ну, вот так. Три штучки. Десять метров это довольно-таки плотненькая фольга. Обходит рублей 40. Хватает, ну, наверное, порции на 10 точно. Это вот сейчас маленькая. А, в принципе, почти полностью обернулась. Ну, видите, вот был кусок, я его тоже открытый участок, я его закрою. Вторым слоем сверху. Вот так, это верно. Теперь разогрею духовку. Когда она разогреется достаточно, я туда все это заброшу. И подожду 30 минут, где-то при температуре 250 градусов. Ну, это может быть и 300-400, в принципе, тоже будет нормально, не подгорит, ничего не горит. Вот, и потом сделаем салатик. Ну и вот он, этот же кусок уже на противне. Покажу цену, пока я не убрал. Значит, вот он, ценник. То есть стоит это 20 рублей за килограмм, а здесь было чуть больше, чем килограмм. Я думаю, там где-то еще штук 6 их осталось. То есть вот они оценивают такую цену, в принципе, если бы они были в продаже, я бы, наверное, их покупал по цене, наверное, где-то 100 рублей, потому что вот
Я не знаю, что есть еще такого, что невозможно быстро съесть. Вот нужно именно вот каждую косточку обгладывать, да? Вот именно это мне вот нравится. Если кто знает, там другие продукты, которые также невозможно быстро схомячить, напишите. Поделимся, обменяемся опытом. Все, и сейчас будем делать салатик. Духовка уже разогрелась. Забрасываю курицу. Убавляю газ. Потому что разогревал на максимуме. Вот и теперь сделаем салат. Эти 5 минут, что я сейчас буду салатом заниматься, я их не учитываю, отсчитываю время до готовности курицы. Просто если это будет не 30 минут, а 40, то более проваленными будут хрящи. Там, если хорошо выдержать, то буквально будет разваливаться. То есть даже особо не придется прикладывать усилий, чтобы при обгрызании кости. Вот. Значит, капусту я помельче режу. Вот. Сейчас зима, декабрь 24, но в магазине попалась редиска, поэтому сегодня она у меня тоже будет, обычно без нее. Все, что зеленое есть, все пойдет. В принципе, можно есть и без гарнира вообще, но это очень здорово получается. Организм, конечно, переварит все, но... Лучше так не делать. Все. Такое достаточно. Большой объем получился. Наверное, дальше добавлю. Капусте все-таки воды много. Потом идет процентов 30 от этой массы. Всего и останется. Готовлю для себя, особо не выпендриваюсь, чтобы в рот влезло, грубо говоря, так. И потом все это просто засыплю. Вот такой вот пакет редиски, полкилограмма здесь.
стоил вчера где-то 30 рублей. Даже, наверное, 25. То есть совсем дешево для этого времени года. Поэтому он тоже был вообще без раздумий куплен. И еще, наверное, можно было бы добавить помидоры, но для утра, для утреннего времени это будет по объему многовато, поэтому остановимся на вот такой комбинации. Прошло полчаса, крышка должна была приготовиться. Вот так вот она теперь выглядит. Какое количество сока. Я фольгу прямо не убираю. Прямо так и будет. И прямо так высыпаю. Все, что раньше нарезал. Вот и все. Когда я достану первую курочку, вся капуста сядет и смешается с соком. Если использовать в качестве приправы что-то посерьезнее, то образуется соус такой хороший, густой, как подливка получается. Самый настоящий. Вот, все, пойдем кушать. Всем приятного аппетита.